По местам жительства и работы должностных лиц строительной компании «Новострой», а также бывших руководителей Южной многоотраслевой корпорации прошли обыски. По данным ФСБ, по Республике Дагестан они причастны к хищению республиканских бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание внутрипоселковых сетей населенных пунктов Навлакского района. В ходе проведенных допросов подозреваемые признались в совершенных ими преступлениях.